Это утилитарная вещь. Это называется калькулятор. Старинный город Свердловск на полотнах неизвестных нам авторов. Даже нам, искусствоведам, авторов. Да, музеи ведов, искусствоведов и рисунковедов. Вот тут было пиво, но кто-то выпил. Это не мы. Помимо трусов мы сейчас подойдем к целой вешалке. Коллега, если я приоденусь именно вот в этом магазине. Да вы уже приодеты, коллега. Нет. Приступаем. Ах, как любит в доме нашем все танцевать. Виновата в том мамаша, что тут скрывать. Ребят, я помню, как однажды в 89-м году я пришел получить по талонам. Вы действительно в 89-м году уже это родились? Я уже жил, да. Вот ведь я уже жил той ведущий. Полноценной жизнью, которую вы только сейчас начинаете жить. Да, я в 89-м году еще это... Еще. Мы здесь сейчас будем играть в игру «Морской бой». Старую школу ничем не проломить, я 30 лет не играл в нее. Сложат о героях песни. Давным-давно. Нажму кнопку включения. Раз, два. А тогда это было аэробика. Запихаешь. И можно было дома приобщаться к великому и физическому. С вами находимся в еще одном интересном помещении музея СССР. Это комната бабушки. Моей бабушки. Это не формат. Как мы. Это можно бесконечно.